Традиционно 25 января каждый университет старается проявить все таланты своих студентов самыми разными способами. Это игры, КВН, спортивные мероприятия и даже танцевальные конкурсы. В 2022 году Луганский государственный университет имени Владимира Даля основал новую традицию празднования студенческого праздника. Это интеллектуальная игра «Что, где, когда». Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мой вопрос такой. Это вещество, основной компонент кислотных дождей, газообразной формы, аналог.